Inizia il sonno. Alzi il fonte. Penalty. Thank you.
game. Manan. And here we have Vladin. 2-1. Уважаемые болельщики, сразу после матча Адриана Валерино и Андреса Сепи состоится розыгрыш подарков от партнера турнира ВТБ Кубок Кремля компании Emirates. Три человека, которые поймают мяч с автографом победителя, получат призы от компании Emirates. No penalty. Lap 15. Open penalty. 15-0. Game. Seven. Novamente para nós estaríamos. Vamos lá. Chupiens. That's it.
15 love. It's a penalty. 30-15. Intensity. 30. T14. Sorak, 13-14. Advantage 7. Game 7. 7 games to two. 3 games to 2. Yeah.
Safety love. Sonic Panther 40-15.
Game Manager. 7 videos, 7-3. 4 games to 3. Mississippi, Australia called left far, ball was caught. Call Orton. International 59. Arantila. Mr. Marino has 2 challenges remaining. Open that team. 15.
Peter Pelt. 30-15. Game Marina. Serviniak, Pecherini, against the four. Напоминаю вам, уважаемые болельщики, что сразу после этого матча состоится розыгрыш подарков от партнера турнира ВТВ Кубок Кремля компании Emirates. Три человека, которые поймают мяч с автографом победителя, получат призы от компании Emirates. Love 15. Thank you.
Anatolita. 15-30.
Serbia. She has played 6 games to 5. Уважаемые болельщики, по окончанию матча состоится церемония награждения стрип-медиатов. Thank you.
Ready for service. So congratulations on reaching the finals. You have pretty similar game style, hitting the ball flat. It was a close match. What made the difference at the end of the day? Well, it's really complicated to play against Andrea because, we're having the same pace. When I'm playing well, he's playing well. When I'm not playing well, he's not playing well. So, yeah, that was a really tactic game. And, it's just a few points at the end who made the difference. And. I think that I was a little bit lucky today too, and that's a good thing. Поздравляем с выходом в финал. У вас похожий стиль с вашим оппонентом. Вы оба играете плоскими ударами. Что вам помогло одержать верх? Да, действительно, мы играем похоже. Когда он хорошо играет, я хорошо играю. Когда он плохо играет, я плохо играю. Поэтому все решил несколько розыгрышей, ну и, может быть, еще удача была сегодня на моей стороне. When you were struggling to beat Russian Karlovsky in the opening match, if somebody told you you'll be reaching the finals, would you believe it? Well, that would be hard to believe, but it's always like this in tennis. Sometimes you need to be a little bit lucky in the first round, and then you take a little bit of confidence and you play better and better. So, yeah, that's a classic scenario. Если бы вам кто-то сказал после первого матча, в котором вы с большим трудом обыграли Евгения Карловского, что вы будете в финале, вы бы поверили? Ну, трудно было бы в это поверить, но так развивается теннис. Сначала тебе нужно немножко удачи в первом открывающем матче, затем ты уже обретаешь уверенность и так доходишь до финала. Это классический теннисный сценарий. Well, I wish this scenario to be lucky for you and good luck in the next match. Thanks a lot. Thanks everybody for sharing. Ну что ж, удачи вам в следующем матче. Спасибо вам. Спасибо всем зрителям за то, что пришли посмотреть на наш матч. Через несколько минут в центральном корте состоится церемония награждения стипендиатов фонда президентский центр Бориса Николаевича Ельцина.
получить подарок. При том, причем ведь действительно нельзя взять свой мяч, написать его и сказать, что это тот самый, потому что действительно мячи, помимо автографа, еще отмечены специальными знаками, какие не будем рассказывать, дабы все-таки разве что счастливые обладатели данных мячиков получили подарки. Ну а мы ждем награждения стипендиатов по фонду президентский центр Бориса Николаевича Ельцина.